Больше 1000 акмолинских полицейских участвуют в спецоперации «Правопорядок». Только за один предпраздничный день они зафиксировали около 600 правонарушений, раскрыли более 20 преступлений. Задержаны 7 уголовных преступников в розыске. Обнаружены факты незаконного хранения оружия. Два уроженца Зерендинского района, к примеру, после переезда в Кокшетау нарушили порядок его регистрации. Теперь по решению суда им придется выплатить штраф. В усиленном режиме стражи порядка будут работать и в праздничные дни. Данное мероприятие вызвано в первую очередь для стабилизации оперативной криминогенной ситуации на территории республики, именно в преддверии праздника Наурыз-Мейрама. Изъято из незаконного оборота порядка 9 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия. Задержан один гражданин иностранного государства, который находится уже в международном розыске.